Добрый вечер, дорогие друзья. Ханука Самех. У меня здесь в стаканчике настоящий копченый зеленый японский чай. За окном берлинский трамвай издает свой гул. У нас на окне 8 свечей Хануки. И мы с курсом лекции с раввином Моше Капитманом, который снимает сейчас наш блог в Берлине, в берлинской ешиве. И с нами организатор нашего семинара Шаул Негрич, раввин какой-то земли здесь в Германии, заморской земли в Германии. И мы сидим вот здесь вот сейчас в номере, пьем, опять же, японский копченый зеленый чай. И у нас возник тут очень интересный анархический вопрос. Обратите внимание, мы находимся на фоне Деда Мороза, мы сюда не ставили, как его называют, Святого Колю. Мы сюда не ставили, это, так сказать, как бы нам поставили без нашей просьбы, но, в принципе, это здесь местная такая реальность, как бы, да? Здесь все вместе. С одной стороны, наш гостеприимный хозяин Рабби Йосеф, в номере которого мы сидим, зажег 8 свечей Хануки, без брахи, обратите внимание. А с другой стороны, нам администрация гостиницы поставила вот сюда Святого Колю, поскольку мы, как бы, они понимают, что у нас начинается... Не у нас, ну, здесь начинается праздник, к которому этот вот сказочный персонаж к нему относится. Вот такая вот, как бы, современная реальность. Вопрос, который нас заинтересовал в связи с этим, это следующий вопрос. Где, собственно говоря, нужно зажигать свечи Хануки? Оказывается, есть такая алаха, что свечи Хануки нужно зажечь не просто на площади Красной или Александр Плац, который здесь ближе, да, а нужно зажечь их дома. Да, то есть свет ханукальной свечи должен исходить именно изнутри еврейского дома. Теперь, когда у нас нет дома, мы все в гостях, мы все в дороге, да, где нам нужно зажигать? У нас с Рабби Моше Капитманом, как бы, ситуация решилась просто, наши жены зажгли за нас. Рэб Йосеф тоже так решил свою проблему, его жена зажгла за него. Если стесняется, Моше не портит нам дубль. Мы все, я второй раз снимать такое не буду. Мы его вырежем. Еще раз. Да. Так, Рэб Моше, и мы решили проблему достаточно просто. Наши жены зажгли за нас. Рэб Йосеф зажег здесь без брахи на вот этом окошке. Окей. После того, как его жена зажгла дома и прислала ему фотографию. Рэб Шаул, у него был очень интересный вопрос. Рэб Шаул, скажите, пожалуйста, какой у вас был вопрос? Да, вопрос был очень интересный, и к решению вопроса я пришел не сразу, пришлось немножко подумать, посмотреть наши святые книги. Я сейчас нахожусь в Германии, и у меня есть временная квартира, в которой я проживаю, находясь в Германии, работая в своей заморской земле в городе Касселе. И моя супруга, которая находится тоже в Израиле, она как раз дома не находится сегодня. Она находится в гостях. В гостях, соответственно, она не зажигает, там зажигает хозяин дома. И у меня возник вопрос, значит, когда я приехал в Берлин. И в Берлине я тоже здесь не имею квартиры, то есть здесь не ночую, потому что я возвращаюсь обратно ночью. То есть вопрос, где мне зажигать ханукальные свечи, то есть как мне выйти из положения. То есть еще раз, я не могу зажигать в том месте, где я сейчас нахожусь, в данный момент в Берлине, потому что я здесь не живу. У вас нет дома. У меня нет дома совершенно, да. То есть это, я здесь вы не несколько стал... часов, потом что... еду на поезде не обратно, только. То есть ночью. Несмотря на то, что вы здесь столуетесь в ешиве, как бы, да, мы вместе ужинали, там, да, обедали, вы не... Я там не проживаю. Вы не проживаете, у вас нет... комнаты, в которой вы можете лечь спать. Окей, у нас эта комната есть, но мы здесь не едим, поэтому мы здесь не зажигаем тоже. Да? Теперь, как Рэб Шаулю выйти из ситуации? Какое решение вы приняли? То есть я принял следующее решение. Я попросил человека в городе Касселе, здесь в Германии, чтобы он пришел в назначенный час в ту квартиру, там, где я временно проживаю, находясь в этой общине, чтобы зажег мне ханукальные свечи. В качестве посланника. В качестве посланника, да. Значит, искупайте как шалиях, посланник, да, чтобы в качестве посланника для меня исполнил эту заповедь. И, насколько я знаю, по алахе можно сделать посланника, чтобы он для тебя сделал эту заповедь.
С учетом того, что мы всегда говорим, что всегда лучше делать заповедь самому, а не через посланника, в данной ситуации у Шауля просто не было варианта выполнить заповедь самому, поэтому, несмотря на то, что общее правило «лучше сам, чем посланник», в данной ситуации Рабшауль решил, что лучше хоть посланник, чем вообще никак. И поэтому Рабшауль принял решение, что его посланник зажжет за него ханукальные свечи в квартире в Касселе. Ну вот такой хидуш с земли Германии, из города Берлина. Всем хануку самех, до свидания, всего хорошего. Хануку самех.